Всем привет, меня зовут Оксана. Я являюсь мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу среди аматоров и мастером спорта по пауэрлифтингу среди профессионалов. Начнем мы с разминки и приступим к приседаниям непосредственно. Набор упражнений у меня довольно-таки прост. Вся тренировка у меня проходит в силовой раме. Нам необходим только гриф и много блинов. Эта неделя является пиковой перед соревнованиями. Провожу на данный момент эксперимент, так как моя весовая категория 56 килограмм. В ней у меня была лучшая сумма 360 килограмм. Но я хочу повторить данную сумму в меньшей весовой. Поэтому эта неделя обещает быть очень интересной, так как результат может быть непредсказуем. Называется брусок. То есть здесь есть три такие зоны. Одна 12 сантиметров, 6 и 3. Используется обычно как подсобное упражнение в жиме лежа. У всех своя проблемная точка прохождения штанги. У кого-то она ближе к груди, у кого-то дальше. То есть для этого используется как раз этот брусок. Подготовки для меня самое сложное – это соблюдение режима и питания. Особенно питание, потому что я очень люблю есть много, но поскольку у меня маленькая весовая категория, мне надо ее соблюдать. И в ближайшие уже недели перед соревнованиями мне приходится сильно себя ограничивать. Немного переведя дух, уже могу, в принципе, сказать, что то, что я планировала, удалось. Вот, удивительно, но получился результат тот же. Подготовка, в принципе, проходила по тем же принципам, но немного изменила питание. Вот. На следующей тренировке, надеюсь, будет мой удачный жим, так как предыдущие две недели он был не совсем то, чего я ожидала. Поэтому, надеюсь, будем бить те же рекорды, как и в приседаниях.